книжки. Опять же, из неопубликованных материалов Невил Гаддард. И еще вчера я очень активно принимала участие в channeling с Башар. Так вот, денежки как процесс зарабатывания — это не только не главный, но это и не важный процесс обеспечения материального благополучия в вашей жизни. В соответствии с вибрационными законами Вселенной и знанием вибрационных, разных вибрационных методов в разных вибрационных циклах, с которыми я вас буду знакомить здесь, в ТикТоке, в Инстаграме и обязательно в моих классах, специально этому посвященных, когда я их буду проводить. И вот то, что мы должны понимать, что зарабатывание и работа на кого-то – это не самое главное, об этом нам никогда никто не говорит. По определенным, по понятным причинам, да? Но то, что ваше жизненное, материальное благополучие может быть обеспечено, да, посредством работы на кого-то. Но это номер 5. А номер 1 – умение воображать в определенных вибрационных циклах с определенными методиками. Номер 2 – синхронизировать свои вибрации со своим желанием материального благополучия. Номер 3. Вы можете, правильно вибрируя и ожидая, получать все подарки, которые позволят вам считать себя абсолютно материально благополучным. Номер 4. Вы можете создать тот бартер, который позволит вам те услуги, которые вы можете предложить, обменять на то материальное благополучие, которое вам нужно. Это существует, это есть. И последнее, да, вы можете работать на кого-то и получать свое определенное ограниченное материальное благополучие. Еще вот, как говорит Башар, и мы абсолютно с этим все согласны, что и stock market, и вот это понятие денежки зависит от вибрации тех или иных людей, которые стоят во главе stock market. Поэтому, когда вы знаете еще 4 возможных пути получения материального благополучия, а методами я буду с вами делиться в определенных вибрационных циклах, вот тогда вам становится легче понять и подойти к вопросу вашего материального благополучия с позиции, что вы все можете, не ограничивая себя пониманием того, что вам нужны только денежки. Но об этом мы продолжим, особенно здесь, в Телеграме, конкретно. Я вас обнимаю.